С этой стороны. Юля уже отдала флешку, слава богу. Есть, ну, знаете, он приводил каждую свою девушку в наш дом, но как-то так приходила, потом девушка уходила или еще что-то такое. Но я, опять же, я никаких акцентов на этом не делаю. Мы даже с ним смеялись. Я говорю: сынок, даже если тебе понравится афроамериканка, то я не буду против, это будет твой выбор. Но посмеялись, потому что чувство юмора есть у Ларисы.